Баджатам прити порвакам, дадами будхи йогам там, йена мама паянти те. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий Шилпрабхады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово будхи йогам. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о будхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Будхи-йога – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма
проявление разума. Будхи значит разум, а йога – это путь мистического самосовершенствования. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служит Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называется будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. А когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называются карма-йогой. Если он знает, что цель жизни – Кришна, но при этом ему нравится философствовать, размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. А когда он знает о цели и ищет Кришну, в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но несмотря на это ему не достает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему. Тешам садата юктанам, баджатам притипурвакам, данами будхи йогам там, енамаму паянтитем. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Ом гьяна тимирам, десна гьяна сабакая, чаксурам или там не надо смешить, дальше грешным чинтанием правам нитянанда, шаяма, хорошего сезона, бактури, Я хотел затронуть тему, которая называется, или которую можно назвать правильно, внимание к святому имени. Я не говорю о внимательном повторении, это как бы часть внимательного отношения со святым именем. Какая-то часть, какая-то составляющая. Хотелось охватить эту тему, но тема необъятна. Я думаю, что вы понимаете это, поэтому если мы будем говорить, то затронем всего лишь какой-то аспект, небольшой аспект этой темы. Я думаю, что многие вещи, они ускользнут просто от моего внимания, поэтому я надеюсь, что ваши вопросы или какие-то дополнения, они помогут сгладить те шероховатости, которые могут возникнуть в понимании этой темы. И на эту тему очень много сейчас говорится, потому что в центре духовной жизни вайшнав, или мудей вайшнав, в частности, и еще более конкретно в центре преданных искон стоит святое имя. Священные писания многих религий, они говорят, что в наше время мы можем общаться с Господом посредством звукового воплощения, призвавшего имя Бога, спасился. И в Кали Сантарана Упанишаде также говорится о том, что в эпоху Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Три раза об этом утверждается, кроме воспевания святого имени Господа.
Недавно я выкладывал на Фейсбуке пост, выдержку из лекции Шри Ранджана с вами, в которой он говорит, что когда вы служите Богу, то постарайтесь понять, что в этом процессе вы соединяетесь с вечными играми Кришны. А не Кришна соединяется с вашими вечными играми. Когда вы хотите почтить просадом, или когда вы хотите спеть киртан, или когда вам еще что-то захочется сделать, и вы при помощи Кришны хотите это выхотворить, приглашайте Кришну в ваши вилы. Об этом стоит помнить, что когда человек ставит цель сознания Кришны, он ставит центр Господа. Естественно, что Шрила Прабхупада здесь говорит, что если цель поставлена, она достижима. И одна из самых больших мудростей Господа как раз заключается в том, чтобы привлечь наше внимание к этой цели. Целей так много. Постоянно, каждое мгновение в нашей голове проносятся то одни цели, то другие цели. Некоторые застревают между двух ушей, некоторые нет. Некоторые навязчиво переходят из жизни в жизнь. Но ни одна из этих целей, она не является основополагающей, то есть конечным прибежищем. Эти цели сменяют друг друга. Представьте, например, вы ставите какую-то цель. Вы хотите стать, допустим, известным музыкантом, или богатым человеком, или красивым человеком, или известным человеком. То есть фактически вы начинаете подражать Богу или не хотите просто стать Богом. Но можно ли стать музыкантом за одну жизнь, начав с нуля? Допустим, до этого вы стремились к богатству. Потом богатство по какой-то причине вас разочаровало, эта цель. Причины всегда найдутся. Может быть, в лихие 90-е вас вывезли куда-нибудь в лес, переломали ноги, отобрали все деньги, которые вы честными и нечестными путями зарабатывали. Я знаю преданных, которые так стали преданными именно таким образом. Просто вывозили в лес, ломали ноги, и они потом думали, боже мой, зачем я все это делал? И на этих сломанных ногах иногда они доходили до храма и становились преданными. И вы решили стать музыкантом, разочаровались. Но не просто абы каким музыкантом. Потому что всегда интерес вам все время увеличивается. Например, я начинающий фотограф, совсем начинающий фотограф. И я выкладываю фотографии на сайт, где профессиональные фотографы и начинающие, они выкладывают свои фотки. И когда я первый раз выложил свои фотографии, хотя я так любительски фотографировал во время своих путешествий уже много лет, но это были такие фотки, знаете, больше абы сфотографировать, так, как это называть, фоткнуть, пук, и потом выложить. Вот как у нас большинство на Фейсбуке преданные выкладывают такие фотографии. Наляпывают. И главное написать «Гуруде», «Джай Гуруде». Вот. И любая фотография, она, ну, как бы хороша. Как в советские времена, там, какую песню про Ленина не споешь, все хорошо. И здесь та же самая система. И я стал выкладывать, и я вижу, что мои фотки преданные всегда писали. Гагачай Прабу, вы художник. Да, там вообще никто не реагирует совершенно на мои фотографии. Потом начали реагировать, я там стал реагировать, какие-то отношения. Но я увидел, что те люди, которых я, допустим, восхищался и писал великолепно, здорово, допустим, 2 недели назад, потом я смотрю их фотографии и вижу их совершенно под другим углом. То есть вот это стремление к совершенству, оно заложено в нашей природе. Мы будем стремиться к совершенству. Нас не удовлетворит стать просто абы каким музыкантом. Вот я сейчас от Петроградки хожу сюда, и там все время какие-то ребята такие,
выпившие стоят и лобают, как это бьют по струнам. Честно говоря, это не привлекательно. Когда хорошие музыканты, вот тоже недавно Сенага Кумар Прабху выложил видео с одним гитаристом где-то там в Литве, или, может быть, я уже не помню его имя, но это просто замечательный действительно гитарист, который... Вот такие люди, они должны быть на улице, и они должны играть, должны быть какие-то такие места, где творческие люди, они могут выражать, люди будут приходить, оценивать это и поддерживать как-то этих людей. Это нормально совершенно. Талант нельзя закрывать, знаете, в каких-то стенах, назначать какую-то плату за вход, прятать это от людей. Настоящие творческие люди, они всегда были в народе, они всегда творили для людей, для того, чтобы поднять их сознание. И это был взаимообмен, а не просто там зарплата какая-то. Так творчество, оно не поднимается. А если творчество не поднимается, то и Бога люди не будут видеть в этом мире. Вот один из важных факторов, который, допустим, привлек меня, опять же, в фотографии, это то, что мир сейчас настолько изменился, то есть то, что создано Богом, настолько похоронено за чрезмерными желаниями людей переделать этот мир под себя, под свои желания, что вот эти искры, которые божественные, все-таки они существуют, их хочется запечатлеть, понимаете? И когда вы, ну, в частности, я, например, мне фотография, допустим, помогает на мир смотреть совершенно под другим углом. Я ищу эти моменты. Как любой творческий человек. Он не просто пишет какую-то картину. Я, конечно, не говорю, что я творческий человек. Я пытаюсь подражать творческим людям. Они ищут, ищут Бога, на самом деле. Как Джош Харрисон, пообщавшись со Сыном Прабхупады, он потом заявил всему миру, его части, которая признавала его как талантливого музыканта, как хорошего человека. Он сказал, что все мы ищем Кришну, мы ищем любовь, полный недослав. А что такое любовь? Любовь – это Кришна. Любовь исходит из Кришны. Он является олицетворением любви. Итак, мы хотим стать Моцартом. Но Моцартом в течение одной жизни не станешь. И двух, и трех, и десяти. Очень длительное время. Потом вас отравляет какой-нибудь Сальери, и вы думаете, зачем все это нужно? Все равно слава и деньги приходят к посредственности. А талантливым действительно людям посмертно зачастую, через какое-то время. Итак, цель должна быть конечной. Конечная цель. И здесь Шрила Прабхупада, он говорит, что конечная цель – это Кришна. Поставив эту цель, человек уже не свернется. Вопрос заключается в том, чтобы проявить внимание именно к этой высшей цели. Паран Криштвани Вартате – высшая цель человеческой жизни. Развить любовь к Богу. Но как к этому привлечься? И вот именно об этом и хотелось поговорить. Каким образом мы можем развить это привлечение? Прежде всего, хотелось бы задать вопрос вам. Как вы понимаете, что такое проявить внимание? То есть, когда у нас появляется внимание к чему-то или к кому-то, к какой-то цели. Как вы это понимаете? То есть, каким образом это происходит? Что? Как можно больше узнать. Как можно больше узнать. Мы хотим доставить ему радость, сделать его счастливым. Это цель? Ну, это одно из проявлений имени внимания. Время. Отдаешь много времени, ребята. Каким образом происходит это привлечение? Вы говорите уже о симптомах. Я имею в виду, прежде всего, каким образом происходит это привлечение? Вера, желание. Кто-то вдохновляет вас. Ну, вот это уже тепло.
На что вдохновляет? Что из себя представляет это воодушевление? Ну, как его воодушевляет? Ну, качество святого человека, когда с ними соприкасается другой человек. Ну, мы же говорим сейчас о высшей цели. Я просто говорю о любой цели. Радость, счастье. Да. Мы получаем высший вкус. Высший относительно того, который мы имеем. Ничто не является привлекательным, если не дает нам какой-то определенный вкус. И мы можем понять, что люди, они находятся, здесь Шрила Прабхупада, он в комментарии объясняет, что есть люди, которые привязаны к плодам своей деятельности, те, кто пытаются философски постичь истину. То есть есть карми, есть гьяни, да? Есть те, кто при помощи медитации, они пытаются преодолеть влияние иллюзорной природы, накопив определенную психическую энергию, оторвать чувства от объектов чувств и погрузить в причину всех причин сарва карана каранам, то есть докопаться вот в этих атомах везде, проникнуть вглубь, в суть происходящего, в суть бытия, в поиске абсолютной истины, сверхдуши, которая находится в каждом атоме, между атомами, иногда шутит. Да. Поэтому привлечение, оно может быть на разных уровнях происходить. На уровне чувств. Просто наши чувства привлекаются. И люди в основном живут именно таким образом. Просто привлекаются на какие-то внешние раздражители чувственные. Привлекательная форма какая-то. Некоторые люди привлекаются тем, что привлекательно для ума. То, что благоприятно, то и чувство, что неблагоприятно. В принципе, чувства и органы чувств, и ум, они очень близки. Просто иногда неосознанное привлечение идет, а иногда осознанное. Каждому хочется на чем-нибудь заморочиться. Вот, понимаете, человек не понимает, на чем ему заморочиться. У него даже ум еще такой, как бы, неочищенный, не дикий. Просто чувства куда-то ведут, на чем-нибудь. Но если человек... У него очищен ум, творческие люди, у них как раз ум, на него влияет энергия Луны. А Луна отвечает также за творчество. Такие тонкие люди, творческие, очень воспринимают чувства очень острые. И такие люди, они изысканное удовольствие получают. Хорошая музыка такая изысканная, живопись, там, искусство. Чтобы все красиво, все хорошо. Вот, они могут привлечь только какими-то хорошими вещами. Если вы даже Гурудева какой-то как-нибудь с таким искаженной головой вот так поместите фотографию, напишите «Джай Гурудев», они не привлекутся. Мы скажем, Гурудев, что может быть прекраснее духовного учителя, а вы тут поместили непонятно что. И пишете еще с любовью и преданностью «Джай Гурудев». Где же тут любовь и преданность? Некоторые люди привлекаются какими-то разумными идеями. Их можно привлечь именно таким образом. Дать им какую-то хорошую идею. И они обратятся к этой цели. Они, говорят, привлекают только любовь, только сердце. И что касается Кришны, то Кришна – источник всех энергий, сарва карана, карана, причина всех причин. Поэтому все, о чем мы говорили, это всего лишь его энергии, ум, разум, мистические совершенства. Все удивительные качества, они являются энергиями Кришны. Поэтому Кришна также называется всепривлекающим. То есть люди, находящиеся на любом уровне, они могут привлечься к Кришне.
те, кто стремятся к плодам, те, кто хотят привлечь, те, кто, кого привлекает философский поиск абсолютной истины, мистические совершенства. Все это привлекается Кришне. Поэтому Кришна называет все привлекающими. Это тоже очень важный аспект. Но как почувствовать Кришну? Как привлечься к Кришне? Как почувствовать этот вкус? Об этом и говорит Шрила Прабхупада здесь. Это и есть как бы основа успеха в духовной жизни. И здесь можно увидеть, что Шрила Прабхупада, он говорит в комментариях составляющих данного процесса. Первый – это внутренний процесс, внутреннее привлечение. Второй – это внешнее привлечение. И говоря о внутреннем привлечении, внутреннем внимании, развитии внутреннего внимания, Шрила Прабхупада говорит, что человек должен принять прибежище у истинного духовного учителя. Если человек встречает истинного духовного учителя, он может получить этот внутренний побудительный мотив для того, чтобы обратить внимание на Кришну. Гуру Аштаке, в последнем куплете есть такие слова: «Ися прасада бхагава прасада, ися прасада магати кутопи». То есть, если мы хотим получить милость Кришны, мы должны принять духовного учителя, потому что духовный учитель – это и есть проявление милости Кришны. «Ися прасада бхагава прасада». И по милости духовного учителя мы можем получить Кришну. Вопрос заключается в том, как найти духовного учителя и как разнести правильные отношения для того, чтобы получить от духовного учителя вкус. Что передает прежде всего духовный учитель? Он передает настроение преданности, вкус чистой преданности. Поэтому мы называем его также чистым преданным. Шрила Прабхупада говорит, что духовным учителем может быть только чистый преданный. Истинным духовным учителем может быть чистый преданный. И в этом отношении, в нашем движении, такой личностью является Шрила Прабхупада. То есть все, кто является последователями или приверженцами этого движения ИСККОН, они получают вкус от Шрилы Прабхупады. Духовный вкус. Вкус сознания Кришны. Вкус этой цели. Чистой преданности. И это очень важный момент, который нужно правильно понимать. Почему? Потому что в силу определенного влияния качеств материальной энергии, давления материальной энергии, мы можем понимать эти вещи с искажением. Иногда роль Прабхупады становится совершенно как бы затмевает все. У меня есть такое движение ритриков, которые говорят, что только Прабхупада, остальные вообще не имеют никакого значения. В некоторых случаях придается слишком большое значение каким-то ачарьям, последователям Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупада уходит куда-то на второй план, что Шрилу Прабхупаду не надо беспокоить, он передает свои наставления в Парампаре. И таким образом, даже за последние какие-то 30 лет, которые я наблюдаю наше движение, уже в разные стороны уходило вот это внимание. Но рано или поздно мы придем к пониманию того, что как, допустим, у христиан Иисус Христос Парамгуру или Куру для всех христиан, и есть его представители, которые помогают прийти к Иисусу Христу. И основное писание христиан – это даже не Библия, не Пятикнижья, а именно Евангелие, Новый Завет, те наставления, которые дал непосредственно Иисус Христос.
как мусульман у них Мухаммед, пророк Мухаммед, так и у нас в ИСКОМ. Потому что иногда, когда говоришь такие вещи, люди, которые получили вдохновение где-то в другом месте, они начинают сразу же считать фанатиками. Иногда мне тоже пишут там на Фейсбуке какие-то, что уж ты надо. Я всегда добавляю, ИСКОМ, мы никому ничего не навязываем. Если человек получил побудительный именно вот этот импульс духовный, милость от Шивы Прабхупады, то что же он должен делать? Он должен оставить эту милость? Нет. Однажды одного христианского святого спросили, что есть ли милость в других религиях или в других христианских группах, или там, секторах. Они ожидали, ну, иногда, знаете, задаются вопросы, уже заведомый ответ, ожидая заведомый ответ. Шрила Прабхупада иногда спрашивали, Шрила Прабхупада, что самое главное? В наши времена, вот в ранние, тоже такие вопросы часто задавались вот, вашими распространителями книг. Была, значит, у нас обслуга, и были распространители книг. И были преданные, которые поддерживали храм, божества, готовили, много чем занимались. И так как мы были все неофиты, зачастую остаемся, то вопросы всегда, эти две группы, они постоянно конфликтовали так. В хорошем смысле, может быть, соперничали для того, чтобы доставить удовольствие Шриле Прабхупаде. И когда приезжал кто-нибудь из духовных учителей, всегда задавался вот таким вызовом вопрос, что важнее. Ну, в духовной жизни мы видим, что вот Шрила Прабхупада в этом комментарии говорит, все важно. Нет каких-то неважных вещей. Иногда, как в организации, как в миссионерской особенно организации, у нас есть какие-то прерогативы, преданные, которые как бы исполняют это служение, их прославляют. В первую очередь, почему? Потому что мы неофиты, западные люди, и мы нуждаемся в прославлении, это стимулирует нас. В первую очередь. Это не значит, что человек может чище выполнять свое служение. Тем более, меньше человек нуждается в прославлении, тем как бы, более он духовен, реализован. Но эти вещи тоже нельзя сымитировать всему свое время. Поэтому Муцеха Майя, ничего страшного, если нас хвалят, и мы воодушевляемся и делаем какие-то хорошие вещи. И здесь был также задан вопрос, то есть получают ли они где-то милость. На что этот святой очень хорошо ответил. Он ответил, лично я получил милость здесь, но я не могу, только поэтому, говорит, я не могу ограничивать Бога в проявлении Его милосердия. Вполне вероятно, что другие тоже получают эту милость. Мы получили милость здесь, у Шрилы Прабхупады, но это не значит, что нужно становиться фанатиками и закрывать доступ к милости Кришны других людей в каком-то другом месте, в которых Кришна проявляется именно таким образом. В конце концов, когда мы уже будем с вами очень продвинутыми, то мы поймем очень глубокие вещи, которые говорятся в Шримад-Бхагаватам, например, о наставлениях Аванти Брахмана, по-моему, в 11 или 12 песне, где он говорит, что у него было 24 духовных учителя. То есть можно учиться, если есть позиция ученика, учитель весь мир, мы можем видеть проявление Кришны, уроки Кришны вокруг себя и внутри себя. У нас тоже есть внутренняя жизнь. Поэтому мы не фанатики. Мы говорим о Шриле Прабхупаде. Почему? Потому что мы получили милость от него. И только потому, что где-то еще, или кто-то еще где-то получил какую-то милость, это не значит, что мы должны перестать прославлять Шриле Прабхупаду. Это совершенно нормально, что
то место, где мы получили это вдохновение, это наша родина, это наша духовная семья, это наше прибежище. Что бы ни происходило, поэтому поддержание вот этих отношений с милостившего Прабхупады — это очень важный аспект внутреннего привлечения к святому имени Господа. Это то, что является сутью иском, как передать вот этот вкус, прежде всего, чистой преданности, который дал Шрила Прабхупада. Ведь в конце концов весь гаудийский вайшнавизм передает вкус, которым Гауранга воспевал святое имя. Гауранга оставил после себя 8 стихов, все его наставления. И самое главное, это совершенно удивительный вкус воспевания святого имени. Знаете, у христиан есть хорошее выражение, что Бог постигается в благодати. То есть, если мы не получим этот вкус чистой преданности, Кришна как личность никогда не раскроется перед нами. Даже если у нас будет немножко другой вкус, и то Кришна по-другому раскроется. Например, Кришна с Радхарани оставили танец раса, и гопи, они стали искать Кришну. А Кришна в это время покинул Радхарани и скрылся в зарослях, наблюдал за всем, что происходит. И когда проходили гопи мимо, то Кришна принял форму Нараяны, четырехрукого Нараяны. Там у него булава, диск, две руки для того, чтобы наказывать, две, чтобы милость проливать. Ну и гопи поклонились, потому что все последователи Вед, они поклоняются Нараяне. Нараяна, Нара, Яна, Бог для людей, как говорится, Бог для людей, человеческого общества, ну всего общества, полубоги и так далее, все разумные существа, Нара, Нараяна, они поклоняются Нараяне, Омна, Монра, Яная. И гопи поклонились и спросили: «Нараяна, ты не видел, куда вошел Кришна?» И Нараяна, Кришна показал в четыре стороны света. Пошли. Но когда Радхарани приблизилась к Кришне, то две руки упали автоматически. То есть настолько был вкус преданности Радхарани, что Кришна не мог скрываться за своей вот этой формой такого Бога. Он сразу проявилась его природа лилы, всепривлекающая природа лилы Кришны. Поэтому мы принимаем милость Прабхупады, его настроение, служение Господу. Да, это миссионерское, проповедническое настроение, но оно не только внешнее. Это настроение не только внешнее, но имеет очень глубокую внутреннюю природу. Миссионерство не заключается только в том, что мы распространяем книги, или проводим харинамы, или проводим какие-то программы. Не в этом заключается миссионерство. Прежде всего, миссионерство заключается в том, что мы несем эту искру внимания к Богу, любви к Богу. Но оно проявляется сначала у людей как некое внимание, потому что люди обращают на это свое внимание. Им это делается, их чувства, они привлекаются этим. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны должно быть представлено привлекательным образом. Привлекательным образом. И что прежде всего может уничтожить этот вкус? Так вот, допустим, мы пытаемся вкус, который имел Шрила Прабхупада, мы предлагаем людям, предлагаем не просто книги, не просто воспеваем Хари Кришну, мы предлагаем вкус преданности. Что прежде всего может затмить или покрыть этот вкус?
Но если у нас у самих нет вкуса, да, невнимательность, она приходит от того, что у нас нет вкуса или не хватает вкуса. Да, это может быть в какой-то степени правильно будет сказано, может быть даже в какой-то степени будет правильно сказать гордость, то есть чувство превосходства, то есть у нас есть то, чего нет у вас. Иногда преданные пытались имитировать Шрилу Прабхупаду, потому что Шрила Прабхупада, будучи совершенной личностью, действительно был доброжелателем. И он очень сильно критиковал людей. Если вы видели вот эти различного рода видеозаписи с лекциями Шрилы Прабхупады, вы видели, как Шрила Прабхупада иногда очень резко говорил с людьми. Но самое главное, что никто по этому поводу не обижался, по одной простой причине, что люди в океан любви погружались, находясь от Шрилы Прабхупады. И когда ребенок сидит на коленях у любящей матери или отца, и те отчитывают, ребенок не чувствует себя чем-то ущемленным. Но если тот же ребенок выйдет во двор, и там точно такие же шкеты бегают, они там начинают ему говорить там ябеда или там жмот, или почему у тебя короткие штанишки, в мое время, значит, детям одевали, значит, короткие штанишки и чулки. И вот те, кто носили чулки, мальчики, это до слез было, я помню, как если надо было идти гулять, и тебе вдруг одевали эти чулки, и на лямочках штанишки, это слезы были там часами. И вот вы представляете, вы выходите, и вам там кто-то вот так вот обзывает. Поэтому мы передаем не свою милость. Мы все здесь в ИСКОН передаем милость Шрилы Прабхупады. Это очень важный момент. Сегодня я зашел, просматривал. Иногда я просто, чтобы узнать, что происходит вообще в мире преданных, захожу на Facebook и на главную страничку просматриваю. Иногда там какие-то, в общем, обсуждения происходят. И сегодня я там наткнулся на одно обсуждение, зачем саньяси и квартиры. И очень серьезные обсуждения. Я смотрел на все это, читал и не стал даже думать, нужны там саньяси квартиры, не нужны, в конце концов, не моего ума дело. Я обратил внимание совершенно на другую сторону этого вопроса. То, что сейчас фактически не существует, вот, в данный момент не существует личности, которая имела бы, ну, как бы, у всех одинаковое доверие. Я говорю про ИСКОН, кроме Шрилы Прабхупады. И может возникнуть какое-то мнение, что это плохо. Но, понимаете, жизнь, она не может быть хорошей и плохой, это объективная реальность. И нам нужно жить с этой объективной реальностью. Вот. Это самое главное, просто понять, как к этому всему относиться. Опять же, в этой ситуации личность Шрилы Прабхупады, она естественным образом выходит на передний план. И я могу вам хочу сказать одну простую вещь, что, кажется, вы в воскресенье об этом говорили, и это очень важный и очень правильный момент, что знание духовное, оно не прививается в сердце, если сердце не наполнено доверием к той личности, которая передает это знание. Оно входит и выходит, но оно не остается в этом сердце. Оно, может быть, даже не входит в сердце, оно входит в одно ухо, выходит из другого. Может быть, застревает между ушей. И вы становитесь всезнайкой, вы знаете, как ответить на любые вопросы, такой умненький, благоразумненький, в нужное время улыбочку такую делаете, вот, знаете, а на самом деле. Но это не трогает
мы можем стать вот такими все умненькими, ходить как энциклопедии и поучать всех. Но опять же, никто не обратит внимания на Кришну. Потому что то важное, что у нас есть, и то, что мы получили, это вкус чистой преданности Шрилы Прабхупады. И вот мы пытаемся этот вкус передавать. Это однозначно. Хотя кто-то, может быть, пытается говорить, что никто не воспринял ответы Шрилы Прабхупады. Но это нонсенс. Этого просто не может быть. Здравый смысл говорить совершенно за другое. Вопрос, как передавать это дальше, из поколения в поколение. Потому что вначале вы можете испытывать доверие к любому преданному. Вы пришли, и стоит какой-то преданный, ставит тилоку. И вот он вас учит, как нужно ставить тилоку. И вы испытываете к нему доверие. Вам без разницы, какие качества этого человека. Ничего в том, чтобы нарисовать тилоку, ничего страшного нет. Поэтому вы готовы принять это от любого. В наши времена, допустим, вот, в самом начале 80-х, 81-й так вот, я помню один, там своеобразная публика была, это можно рассказывать и рассказывать, но мы не будем. Своеобразная публика была, и вот один побрил голову и оставил шикху. И я вообще, что это за поступок такой геройский? Ну, я подстригся, у меня были до этого длинные волосы, ну, это было совершенно нормально. Нормальные ребята, которые там не с комсомольскими значками, а нормальные, там в авангарде, вот, если у них нет длинных волос, это вообще нонсенс какой-то, ты что там, в комсомольском оперотряде, где ты там, кто ты такой, что ты за человек. И ради сознания Кришны я подстригся, нормальную прическу, как у комсомольца. Но чтобы обрить голову и оставить шику, но он был, правда, немножко невменяемый. Поэтому он смог это сделать. Поэтому первые преданные, они были все немножко невменяемые. В плане общей вменяемости. На плане общей вменяемости. Я хочу сказать, что они были плохие. Просто, понимаете, если бы сознание... А сознание, конечно, не могло привиться тем, или быть принято тем, то ну, как бы был уже привит другими ценностями, которые существовали. Поэтому это срабатывало с теми, кто не был привит, кто в школе не проходил прививку. Октябрёнок там, Дионер, кого это сильно не задело. И чем дальше мы будем, тилок это ладно, какие-то вещи – это ладно, но потом нам придется расставаться с очень тонкими привязанностями. И мы не сможем это сделать, не видя перед собой примера, который для нас лично был бы заразителем. Поэтому я написал преданным, вот, обсуждавшим этот вопрос, связанный с квартирами Махараджи, что прежде всего человек должен правильно принять духовное наставничество. Естественно, что система так поставлена, что более или менее это происходит внешне. Люди приходят, им говорят вот это, они видят людей, которые постоянно проповедуют. И естественным образом, вот, и сначала это срабатывает. Это может сработать и потом, при условии, что дальше-то человек должен открывать сердце уже, быть с открытым сердцем перед этими людьми. И чем дальше вы будете продвигаться, тем больше требований вы будете предъявлять к тем людям, чтобы предаться их каким-то наставлениям. Поэтому нужно очень внимательно читать книги Шрилы Прабхупады. Это единственная ценность, на основе которой мы можем понять, какое руководство нам вообще в духовной жизни нужно. Потому что иначе мы будем принимать руководство просто на основе общепринятых каких-то вещей. И эти вещи могут быть даже правильные и для кого-то работать. Но существует единство, существует и также разнообразие.
Человек, перед которым открываются сердца одних преданных, может не открывать сердца других. Это совершенно нормальная вещь. Это совершенно нормальная вещь. Почему? Потому что Кришна многогранен. Прабхупада многогранен. Но те, кто представляет Кришну, те, кто представляет Прабхупаду, они не Кришны, не Прабхупады. Прабхупада никогда не имитировал Кришну. Он был смиренным слугой Бхактисиддханты Сарасвати. И какой-то аспект личности Бхактисиддханты Сарасвати в нем проявлялся. Например, после ухода Прабхупады общество уполномочило определенное количество вайшнавов, очень искренних вайшнавов, которые помогали Шри Прабхупаде занять положение Прабхупады. И они не знали, как это делать, поэтому они просто попытались имитировать Прабхупаду. То есть действовать, как действовал он. Но через какое-то время они просто не могли это делать. У нас должна быть передача милости. Это называется парампара. Принцип, другого принципа нет. Но как это будет происходить, это зависит от времени, места и обстоятельств. То есть это должно работать, это должно быть жизненно. Был Прабхупада, он один управлял всем обществом. Он учил преданных, но когда они совершали очень серьезные ошибки, Прабхупада останавливал, вмешивался и сам принимал решение. После этого какое-то время работала система зональных ачарий. Она перестала работать. Передача милости, она может принимать разные формы. Сейчас мы видим, что система, вот, да, допустим, одно время нельзя было принимать учеников при живом духовном учителе. То есть Госвами Махарадж, Читание Чандра Чаран Прабху, по этой системе они не могли принимать. Почему? Потому что их духовные учителя, они здесь, живые на планете. Но потом пришло время и увидели, что надо пересмотреть этот вопрос. Огромное количество людей вдохновляются, они видят Кришну через этих личностей. Милость Прабхупады передается таким образом. Поэтому какие-то вещи, они могут меняться, но принцип, он остается. Передача милости Шри Прабхупады. А для того, чтобы мы видели, у кого есть милость Прабхупады, мы должны непосредственно также общаться с Прабхупадой. Потому что только Прабхупада может указать, где его милость. А иначе как мы будем тогда определять, кто должен вести нас в духовной жизни, если мы не знаем этих критериев? Просто полагаться на то, что, ну, говорят, это духовный учитель, он авторитетный. Да. Духовный учитель авторитетный, ну а вдруг ваше сердце не откроется? Вы так и будете на уровне ума, ну может быть разума. Но для того, чтобы продвигаться глубже, там уже нужно и материальный ум, и материальный разум отбросить. Там должно сердце вести, должен духовный вкус, а если этого нет? И вы застрянете где-то, и вы перестанете чувствовать вкус. И вы начнете говорить, а зачем саньяси квартиры? Но ответственность заключается в том, что мы выбираем людей, которые нас ведут. Здесь никого не навязывают. Если вам навязали, это означает, что вам не повезло. Вы просто не поняли то, о чем говорит Шрила Прабхупада в своих комментариях. И поэтому обвинять кого-то в этом. Если вам не нравится саньяси, у которого квартира, не принимайте прибежище. И даже если вы у него получили дикшу, и со временем это перестало вас вдохновлять, вы можете прийти и честно сказать. У нас вайшнавская санга. Мы уже давно разучились говорить честно друг с другом. И думаем, что у нас сатру санга. Если мы не, как в прошлый раз мы говорили, если мы не войдем в садху-сангу, мы не войдем в дверь преданного служения. И люди будут жить духовной жизнью на платформе ума. Если у них хорошая карма, они займут хорошее положение в этом обществе. А если у них плохая, они будут страдать, они будут непризнанными.
Поэтому это ответственность. Читатели Прабхупады. Я недавно, несколько недель, по-моему, назад, или две недели назад, пришел Шеша Прабху, эта тема была, положение Прабхупады в Испон. 15 человек. 15 человек. Я Шешу Прабху знаю давно. Я пришел, почему? Потому что знаю, что Шеша Прабху, он как бы не чинов пайков от партии не ждет. Поэтому я с открытым сердцем пришел послушать. Я говорю, что у нас куча недостатков у всех. Мы можем как бы не лучшим образом говорить, несовершенным образом говорить. Многие вещи могут не позволять. Но он направил вот этот вектор на Шилу Прабхупаду. Я могу вам сказать, что даже при своем постоянном отсутствии энергии я зарядился на целую неделю. Настолько это было сильно, что он не просто указал на Шилу Прабхупаду. Я просто послушал с открытым сердцем. И на неделю мне этого хватило. Вся моя жизнь, она опять, в очередной раз стала меняться к лучшему. Появились какие-то силы, чтобы там преодолеть какую-то инертность и так далее. Я благодарен. Но я удивляюсь, почему эта тема, она как бы не совсем популярна. Почему? Потому что мы перестаем жевать то знание, которое дал нам Шрила Прабхупада. Мы считаем его неудобоваримым. То есть не можем переварить, нам лень жевать, рассуждать друг с другом на эту тему, делиться. Вот. Мы думаем, ну придем и пережеванную нам уже положит там, этот Прабху. А откуда мы знаем, что он правильно переживал? Потому что, честно говоря, я не хочу никого задеть. Но иногда я слышу на лекциях вещи непонятные для меня. То есть сознание Кришны открывается как какой-то новой гранью. Непонятной для меня гранью. И самое главное, что я знаю, что те, кто знают, они знают и молчат. А те, кто не знают, просто проглатывают это как за чистую монету. Почему? Потому что сам гений. Мы уже не хотим обсудить какую-то тему, остановиться, обсудить. Потому что зачем? Все идет по накатанной. Все уже, поезд едет, поезд ушел. Все уже сидят, у кого первый класс, у кого второй, у кого полка, у кого боковые. Вот. Все сидят, зайчики в трамвайщике, дверь в автомобиле, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Очень важный момент. Еще может быть один момент, по которому это внимание, оно не доходит до нас. Это о чем я говорю? О том вкусе. Это вкус, это парамдришнами, вот это. Мы ищем высший вкус. И вот почему до нас может не доходить вкус? Почему сознание Кришны кажется непривлекательным? Сегодня я опять же вот увидел заметку Раджендра Кумара, Прабху, знаете, да? Раджендра Кумара, Прабху. Он отвечает на вопрос, почему люди уходят. Ему задают вопрос, почему люди уходят. Приходят и уходят, приходят и уходят. Он много причин, правильных причин, говорит, я хочу сказать об одной. Он говорит о том, что передача этого знания, она как бы происходит с позиции, что мы все духовные существа. У меня был смешной случай лет 7 тому назад, ну вот это подтверждает, лет 7, может около 10 лет назад, у меня были очень серьезные проблемы с кишечником. Я обратился к преданному врачу, все его знаете.
А он тогда только-только-только появился. И у него было свое представление о преданных, о старших преданных. Вот. И он так выслушал мои симптомы, говорит, так, ну, похоже, у вас онкология. Я так сразу немножко, да, ух, как-то у меня в планы это не входило. Много было обязанностей. Вот. Сказал, очень похожие симптомы. Я говорю, доктор, а сколько у меня времени? Ну, месяца два. Я сразу же стал думать, что я должен сделать. Вот, у меня мать очень старая, и у меня много разных обязательств. Я сразу же стал думать, что нужно сделать. Он говорит, ну, я, говорит, положу вас в больницу. Он положил меня в больницу на майские праздники. То есть, фактически, вот он меня положил, а уже нельзя было проверить, не сделать вот эту рентгеноскопию там, и так далее. И в течение 3 дней я, значит, там лежал полностью уверенным в том, что у меня, значит, вот такой диагноз, потому что мне доктор сказал. Потом, когда это, значит, вы... Кстати, улетел я далеко. То есть я фактически был в этом мире, но я уже его не ощущал. Вот единственное, что хорошее я получил вот из этой истории, это то, что я так улетел, что я потом не мог долго вернуться в тело, вообще, в эту реальность. Я уже с ней все разорвал. Абсолютно. Потом, когда мне все это сделали, вот, и объяснили причину, я подошел и спросил, как же вы вот так вот мне вот просто сказали? Он говорит, ну вы же старший преданный. А потому что, знаете, что старший преданный, он уже к телу никакого отношения не имеет. Так мы смотрим на людей, когда им проповедуем. Мы не смотрим на их обусловленную природу, не учитываем. Например, могут посадить молодого парня с ашрама, который там, может быть, год в ашраме, он как-то программ прошел, и дать ему возможность проповедовать людям, у кого огромный жизненный опыт, у кого положение в этом обществе. И тот начнет назидать, что свиньи вы и верблюды, и там это нельзя делать, и то нельзя, и это нельзя. Но это все не реализовано, неизвестно, что с ним будет через 5-10 лет, если человек. Это полностью нереализованное знание. Поэтому люди, они не знания. Они приходят, смотрят и видят, что говорят нереализованные. И это их не убеждает, они не получают этот вкус, который передал Шилзубран. Почему? Потому что это не учитывается. Холодранцы всего с виду, оп, в кучу. И все, понимаете? Нет никакой разницы. Мужчинам проповедь, женщинам, старикам, молодежи. Все трансцендентно. Я иногда думаю, что бы было с Арджуной, например, если бы он пришел без комнаты. Кстати, в Раджанде Кумару я до этого думал, но вместе с другим. Раджанде Кумар, правда, там, кстати, приводит пример, у него были внебрачные дети. Арджуны. Ну, нам не сказали, он кшатри, ему можно. Но у нас тоже есть люди с такой как бы природой. Но им здесь нельзя. Поэтому у нас есть голова, огромная голова. И слабое тело, слабые ноги, слабые руки. Но голова хочет кушать. У нее есть вот эта функция. Живота нет, ноги, руки. Люди не могут найти применение, им нужно сразу же подняться до очень высокого уровня. Много вещей, которые еще нужно будет решить, чтобы вот эта милость Прабхупады, вера и внимание, вкус к святому имени, а святое имя отлично от Кришны и от преданного служения. Почему я как бы об этих вещах говорю? Это не отличные вещи, они связаны. Чтобы они передавались потоком, пронизывали, как кровь пронизывает все клеточки тела. А иначе у нас что-то отмирает. Что-то мы кормим, а что-то остается без питания. Поэтому ответственность легко, конечно, переложить на кого-то. Этот виноват, тот виноват. Но это наша духовная жизнь. Это наше самосознание. И Прабхупада обратился к каждому из нас. Другие нам просто помогают в том, чтобы получить милость Прабхупады. Но если мы
не хотим общаться с Прабхупадой, как мы поймем, кто даст нам милость Прабхупады, а кто нет? Надо, приучить свой разум читать книги Прабхупады. Пережеванное знание делает нас ленивыми. В Исконе авторитетом, конечно, всегда должен быть Шрила Прабхупада. Если это не какая-то программа, то нужно подкреплять авторитетом Шрила Прабхупады. А это совершенно нормально, когда последователи каких-то брахманов, которые занимаются брахманическим служением, аюрведой или еще чем-то, их последователи приводят в пример их высказывания и так далее. Но когда это в обществе, в санге, в садху-санге преданным происходит, это ненормальная вещь. Этот сказал, тот сказал. Мы связываемся с Прабхупадой. У нас не юридическое общество, я полностью за все эти вещи. Не думайте, что это какой-то негативный вариант. Просто всему свое место. Нельзя Божий дар с лишницей, как говорят, смешивать. Даже преданные, которые очень сильно, как профессионалы, они зарабатывают, допустим, лечат людей или составляют гороскопы. Если они приходят сюда, они должны переключиться. Если они не могут переключиться и по накатанной начинают то же самое говорить, значит, они как преданные еще не очень устойчивы. Ведь если, вот вы вводите, да? Вы говорите, что вы будете. Если вы придете и начнете нам рассказывать карбюраторы и так далее, вот знаете, карбюраторы так, а это так. Я помню, был в BBT в Сочи, 96-й год, наверное. И там был переводчик на вьетнамский. У него жена вьетнамка была, и он там переводил книги на вьетнамский. До этого он полностью там, значит, был погружен в буддизм. Я забыл, как этого преданного назвали. Был погружен в буддизм. И он периодически тоже читал лекции по Шримад-Бхагаватам. А там грамотные все ребята, переводчики, знаете, это как бы элита такая, ИСКОН, все очень грамотные. И вот он как начинал там что-то читал, пару слов о Прабхупаде, а потом как о Будде. И вот я на одной лекции посидел, мне интересно, потому что я мало в этой сфере что-либо знал. А потом одно и то же. Я же прихожу на лекции по Шримад-Бхагаватам, о буддизме. Поэтому это очень важно переключаться. И я думаю, все-таки, как древо, да, все-таки ИСКОН — это ветвь такая, древо Господа Чайтаньи, мы следим за тем, должны следить за тем, чтобы эта ветвь, она не засыхала. То есть находить вот эти правильные вещи, как милость Прабхупады, она приходит. Иногда, если даже нет каких-то преданных, которые вот передают нам эту милость, тогда мы должны принимать просто прибежище у милости Прабхупады. И более того, здесь Кришна говорит, что если человек действует таким образом, то он дает ему разум. Так же и Прабхупада дает разум. Как найти сангу правильную? Потому что вначале все хорошо, но потом мы начнем чувствовать индивидуальное настроение. И какие-то преданные, они могут не воодушевлять нас. Они преданные, они также заслуживают уважения, они воодушевляют кого-то, но они могут нас не воодушевлять. И это нет ничего страшного, иногда преданные пишут, что со мной не так, что со мной не так. Это нормальные вещи совершенно. Совершенно нормальные вещи. Потому что мы ищем милость. Мы ищем это общение. Это внутренние вещи. Может быть, вот в связи с этим какие-то вопросы, потому что я в основном-то хотел сделать акцент как бы на наших усилиях. Потому что, в принципе, путь бхакти – это нисходящий процесс. То есть милость не сходит. И основной акцент все-таки на милости. Вот про это мы поговорили сейчас.
Но еще есть и наши собственные усилия, то есть плавниками тоже нужно шевелить. И об этом у меня очень, очень много. Я думаю, все-таки надо об этом поговорить, потому что милость милостью, но лежать на третьей полке, чтобы Прабхупада здесь говорит, это активная позиция. Бхакти — это активная позиция. Прабхупада приводил пример. Помните, девочка дразнила собак лакомством. И собаки прыгали, пытались взять. А девочка все время отдергивала. И Прабхупада спросил очень грубо, какой собаке достанется лакомство? И начинает серый, там, белый, черный. Тем, кто той, что выше прыгает, которая выше прыгает, вот ей достанется это лакомство. Это не значит, что мы должны прыгать и отталкивать друг друга. Нет, это не так это понимается. Мы должны прикладывать усилия. И в духовной жизни не надо никого отталкивать. Потому что духовная жизнь, она хоть и протекает в окружении, но она индивидуальна, это называется самореализация. Мы не должны реализовывать вот тех, кто находится с нами. Мы можем их воодушевить на самореализацию, но самореализовывать, да, почему не предался? Да? Как правило, кто сам не хочет, он всегда начинает искать жертву. Есть очень много важных таких тонких моментов, о которых преданные должны тоже говорить. И постепенно открывать эти каналы, по которым проходит милость. Да, вот если мы должны развивать отношения с Шрилой Прабхупадой, чтобы получить ее милость, то нужно ли нам получать формальную инициацию в Гуру Искон? Насколько это важно и работает ли это? Что такое инициация? Опять же, как вы понимаете инициацию? Потому что понятие инициации оказывается у всех свое. Ну, давайте. Что вы думаете? Насколько именно сейчас, это, что значит как сейчас? Нам это представляет, это фактически формальность, по большому счету. Мы даже не развиваем отношения с этим человеком. Мы увидим раз в год, но в этом случае. Ну, какие-то торги просто. Это, опять же, означает, есть же книги Шиварама Махараджа, в которых все, что Шрила Прабхупада говорила об инициации, все собрано, все продумано. Прежде всего, инициация внесет под собой, подразумевает два аспекта. Дикша – это присоединение к традиции, то есть когда вам дают посвящение, вам дают имя и посвящают в традицию. Вы становитесь полноправным членом традиции. И следующий аспект, более важный – это шикша, то есть наставление. Иногда бывает так, что человек, он принимает инициацию в таком затуманенном сознании, что он на кого-то сбросил карму. Кто там побыстрее дает инициацию, на кого бы сбросить карму побольше, чтобы сразу восполить. И вот так прикидывает меня, кто там быстрее возьмет на меня мою карму. Не знаю, вот многие преданные, серьезные, которые действительно в Исконе имеют какое-то право голоса, вот, в российском Исконе. Тот же Раджендра Кумар Прабху, он говорит о том, что, может быть, нужно сделать вот этот процесс инициации, получения дикши более растянутым по времени, для того, чтобы люди осознанно принимали. Например, тот же Шрила Прабхупада, он не принял. Хотя он принял в сердце, это самое важное, знаете. Но инициацию он получил намного позднее. Годы проходили, пока он получил инициацию. Мы получаем буквально очень короткое время. А потом оказывается, что человек вообще не понял, что произошло. И начинается.
А? Есть разные варианты. Например, Раджендра Кумар Прабху говорит о том, что нужно в обществе создать атмосферу взаимоуважения. То есть не надо принимать инициацию, потому что многие люди, взрослые особенно люди, они не могут следовать стандартам. Молодежи легче в какой-то степени, ну, на короткое время, потому что взрослые люди, они понимают, что это на всю жизнь, а молодые люди об этом не задумываются. Понимаете? Я, например, когда был молодой, думал, до 30 доживу и хорошо, зачем жить после 30? Что это за жизнь? Мне было там лет 16, я так и думал. В одной из книг Прабхупада Лиламрита, я помню такое выражение, там кто-то делится, мы, говорит, думали, что все, кому за 30, наши враги. Поэтому, как бы растянуто во времени, и создать атмосферу взаимоуважения. Мне кажется, что это очень сложный момент. Я сейчас просто, не сейчас, а вот так наблюдаю вообще в течение какого-то времени, общество, ездил по разным центрам нашего общества. И все-таки мы не настолько цивилизованы, честно говоря, что это такое взаимоуважение. Даже хотя у нас такая цель. Но на самом деле, понимаете, большая цель, она объединит всех. Но если есть разночтение в вопросе, это означает, что цель это все-таки маленькие. Мы приходим со своей какой-то целью. Вот. А другой пришел с другой целью. Один карму скинул, другой там имя получить духовное, третий кантималы трехрядные. У кого что? Я вот помню, что кантималы это вообще было что-то такое в наше время. А мои кантималы, которые прислали, вообще кому-то отдали, потому что меня не было в Питере. Вот. И я приехал, и я, оказывается, был инициирован, мне не дали кантималы. И знаете, это в сердце такое, еще и четки есть, и еще много чего есть всяких. А потом, когда уже шнур, я помню, то на больших фестивалях, уже знаете, чтобы там нигде, как говорится, не толкнули, вот, шнур надо вот так вот постоянно вовлечь, чтобы виден был. Тогда брахманов, может, там было не так много, там пару десятков, вот первая инициация. Вот, так, чтобы где-то там толпа не затолкала, то так, на ушко и вперед. Очень много разных аспектов, понимаете, ради чего мы тут приходим. Поэтому, когда цели сужаются, уже разночтение появляется. Инициацию нужно понимать таким образом. Нас к традиции подключают, и это очень важно. А иначе вот как каждый скажет, меня Прабхупада, это как-то несерьезно. Реально достойный человек, если вы хотите в аристократическое общество или в какой-то клуб, допустим, попасть, в Англии очень много разных закрытых обществ, тайных, так называемых, снобы там собираются. И нельзя прийти туда и сказать, а меня основатель, он может быть там 300-400 лет назад, тело уже оставил, понимаете, а вы придете и скажете, вот он меня в общество посвятил. Нет, кто-то должен вас привести. И тогда все вас примут как полноправную, и вы себя почувствуете полноправную. Поэтому это далеко не просто абстрактный момент. Да? А это имеет отношение вот к внешнему привлечению? То есть мы... Нет, это мы говорим о внутреннем, мы же говорим о передаче милости. Присоединение к традиции, это все равно больше относится к внутреннему привлечению. Нет, это как раз имеет более внешнюю природу. Ну, мы просто говорим о инициации, я сказал, что это не основная вещь, но это важно. Вот вы сюда приходите, дас или даси, или вы приходите бхакта. Разница есть, как к вам относятся. Но люди... Самое основное – это все-таки что? Шикша. И вот здесь я, наверное, слышал то, что
если даже духовный учитель уходит, то человек просто должен найти шикшу. Если он уже не уверен, что он в обществе, он, конечно, может принять и дикшу еще раз, если он так уже как-то не чувствует, что вроде бы скован. Может быть, ему стоит принять. Но если человек чувствует себя полноправным членом общества и не чувствует, что что-то с ним в этом отношении произошло, он просто должен найти тикшу и найти преданного, через которого он будет получать немножко купады. Так что инициация, она необходима, естественным образом. Естественным образом. Мы не настолько глубоки, чтобы понять Прабхупаду. Но для того, чтобы понять, что нам дают Прабхупаду, мы должны обращаться и к самому Прабхупаде. Потому что мы пытаемся развить сознание Кришны, и Кришна дает нам разум. Если мы развиваем сознание Прабхупады, Прабхупада дает нам разум, как прийти к нему. Нельзя скидывать со счета Шрилу Прабхупаду. Его важность для этого движения, потому что здесь все живут его милостью. Нет никого отдельного. Даже если учат тому, чему не учил Шрила Прабхупада. Почему? Потому что Прабхупада дал достаточно простой, основной стандарт жизни. Он в брахманические дебри не углублялся. Дело в том, что люди с брахманической природой уже после ухода Прабхупады, они много вытащили из ведических писаний и принесли. Это естественно, что люди с брахманической природой, они захотят этого. Но нам вполне достаточно стандартов данных Прабхупады. С икадышами, там что-то вот такое. Все Прабхупада очень просто. Пришел, сказал, постимся. Преданные упали, там не могли мантру повторять, тогда мы пируем. Потому что основная задача – это помнить о Кришне и не забывать. Если вы не получаете благо от поста, зачем поститься? Смысл-то в чем? Если вы начинаете думать, вот там кислота, все жгет, там, голова болит. Не в этом суть поста. Все должно быть разумно. Будхи-йога. Будем говорить очень подробно, что такое будхи-йога. На самом деле, я просто вспомнил свои старые записи. У меня когда-то были эти все семинары, там йога-сутра Патанджали, вот, по нитья-кри лекции свои старые. Вытащил, вот, немножко интересного тут нашел. Может, завтра мы поговорим об этом, если удастся вложиться. А сейчас мы продолжим вопросы по теме или, может быть, дополнения какие-то есть. Сколько у нас времени? 8, да? Еще есть время? Да. А ну, может быть, и после вопросов мы еще даже что-то поговорим о данном аспекте. Да. Скажите, пожалуйста, вот я так и не понял, а какая духовная именно важность в дикшигуру, духовная, то есть внутренняя? Духовный прогресс, то есть не как присоединить традиция, а какая именно духовная вот, наставление? В дикшу, да. Наставление. У нас же не просто банановая инициация, что вы положили. В свое время, я хочу сказать, что я один из первых начал проводить эти яки. И если брахмана не приезжал с духовным учителем из-за границы, то меня просили проводить в 90-х годах, в середине 90-х. Вот. И очень часто я попадал в такую ситуацию, что меня ставили просто вот на четвереньки лицом прямо в огонь. Потому что я вот сидел там с ваха, а потом, когда духовный учитель сказал, что можно забрать Махапрасад, вот эти бананы, которые бросать можно забрать, то все бросались, и я сразу же. Были сумасшедшие времена. Была
программа ДК Дзержинского, мы отмечали какой-то праздник, а не в ДК Дзержинского, в каком-то спортзале в школе. А знаете, внешняя атмосфера, она очень сильно влияет. И там накачана была этот раджас в этом спортзале. Ну, так, знаете, потом вот там такой раджас. И преданных было много, может быть, как сейчас там по 800 человек. Вот, приходило по 1000 на праздники. И я помню, Читай Чандра как раз, я не помню, то ли жил он тогда вот, в Питере, то ли приехал. Вот, и он начал киртан, и там все просто с ума посходили. Очки начали трещать под ногами. Я помню, Михаил, правда, он отличался как раз. Я его помню, именно в том киртане, он тоже ураганил. А потом была ягья. Я проводил ягью, там сидели дети из Гурукулы, Брахма Самхиты читали. И опять же, как только сказали, что можно взять Махапрасад, не только я в вагон полетел, но дети из Гурукулы. Еще один маленький момент относительно вкуса и внимания. Это, я тоже хотел этот пример привести, но вот вылетело из головы. Где-то ближе к середине 90-х, когда мы уже примелькались на Невском, и на нас особо не обращали внимания, как-то была Харинама, а в то время, значит, весь Ашам на Харинаму выезжал, распространители книг, вся обслуга, подходили преданные домохозяева, и большие харинамы тоже были. Начинались станции метро Маяковская, не Маяковская, Восстание, и потом по Невскому проспекту. И я помню, что дождик так накрапывал, такая тяжелая погода питерская. И киртан такой, знаете, тяжелый, как бы вот в беззаловку. Еще помните, у вас этот ящик был для пожертвований такой шикарный. И мы шли, и все, такая работа тяжелая. И люди идут своим ходом, и потом вдруг лидер, тот, кто пел киртан, он предался. И вдруг просто разверглись небеса, не в плане там света или что-то. Просто, понимаете, вот эта милость Гауранги, она просто стала таким потоком. И чувствительные, нечувствительные преданные, все вдруг сразу наполнились этой энергией, счастья, засияли и стали прыгать. И сразу стали такие смелые. На Казанском подошел какой-то бандит. И раньше там много очень бандитов, всяких рэкетиров ходило. И он сказал, вы что, с ума сошли? И обычно преданные как сторонились. А тут так, знаете, с каратанами там, да, смысл нам сошли. И люди, которые ходили просто в поисках, знаете, в поисках вот этого нектара, туда по магазинам, глазели, и они не замечали нас, там бум-бум, и вдруг они почувствовали, что оттуда идет нектар, и толпа. И все вот такими широко открытыми глазами смотрят, и вот только что нас не замечали. И ко мне подходит какой-то человек и говорит, да у вас, говорит, тут нектар. Я говорю, да. А я, говорит, оператор, новости всякие снимаю, и такого, говорит, не видел. Я говорю, вас что-то, говорит, ты не видел. Вы пропали, говорит, на несколько лет. А мы 2 раза в неделю ходили. Просто настолько, может быть, непривлекательно все это было, что нас просто не замечали, нет вкуса. А я камеру сегодня, говорит, забыл. Когда вы в следующий раз придете? Ну, вот тогда-то. И закончились харинамы, все по своим делам разошлись, счастливые. И на следующий раз выходим, и раз-раз предаемся. Подошли к Казанскому, я уже не впереди, позади так плетусь группы. Кто-то догоняет меня по плечу, смотрю, этот мужик вот с такой камерой там профессиональной. И мне там, а где нектар?
Нектару лишний. Понимаете, в чем суть? Вот этот нектар. Это основа внимания. Дальше мы будем говорить о технических делах внимания, но основой внимания именно вкус. Именно вкус. Когда мы теряем вкус, мы теряем внимание. Мы теряем точку вот этого видения. И чем мы начинаем себя оправдывать? Мы становимся такими, как это правильно сказать, слово? Цинично начинаем. Да? Все это уже проходили, все это знаем. Вопрос заключается именно в том, как вернуть вкус. Через правильное общение мы можем вернуть вкус. И через определенные усилия, которые мы лично должны приложить. Потому что Кришна, я не знаю, там смотрят многие, но я не знаю, со словами какого-нибудь персонажа там, Кришна не дешевый фраер. Так легко. Личные отношения. Не забывайте то, с чего мы начали. Что мы подключаемся к вечным играм Господа. А он к нашим играм. По принятию просады. А у меня вопрос. Милыши у просады нам от других приходят преданные, которые проповедуют. И не каждый может быть проповедник в достаточной степени может быть квалифицирован, все могли почувствовать. Тем не менее, мы слушаем всех проповедников, мы делаем различий, на этого пойду, на этого не пойду. Какова моя должна быть квалификация для того, чтобы воспринять милость Шрилы Прабхупады, даже, может быть, от источника, от которого я, может быть, вот так вот сам по себе не склонен воспринять. Может быть, вот так вот. Не сложно? Нет, не сложно. Прежде всего, мы учимся слушать. Естественно, что, наверное, слушать всех это не получится. Обычно такая садхана, она только у тех, кто является full-time devotee, как говорят, полностью занят вашими живет и так далее. То есть это определенный как бы распорядок статуса такого человека. Если он живет, он должен жить так. Но люди, которые целый день погружены там, в свои обязанности по семье, по дому, по работе, по многим другим вещам, вот, они не могут чисто технически успеть везде. Поэтому, как правило, они выбирают. И лучше выбирать именно в том ключе, где мы реально получаем какое-то вдохновение. Но первый этап слушания, он имеет в виду чисто техническую природу. Мы должны научиться слушать. Потому что пока наш ум осквернен, мы выбираем именно с позиции, что благоприятно, что неблагоприятно. Кто развлекает наши чувства, кто нет. Поэтому мы видим, что, например, лекции Прабхупады или, допустим, книги Прабхупады, они для многих как бы не являются основной садханой в этом отношении. И часто даже какие-то действительно проповедники, они не являются. Являются люди, которые какое-то прикладное знание проповедуют. Для многих они авторитеты, их слушают очень много. Это просто как бы выборочно. Люди слушают то, что доставляет им удовольствие. И сказать, что это плохо, тоже неправильно будет. Потому что вести должен вкус. Просто те люди, которые проповедуют таким образом, они должны сами находиться в сознании Прабхупады хорошо. То есть это приводится пример, значит, научиться ловить крупную рыбу и не замочиться. То есть это достаточно опасная вещь. Когда человек начинает, использует как инструмент какую-то проповедь прикладную, и в то же время нужно оставаться в сознании Прабхупады,
То есть вкладывать именно сознание Прабхупады в это, чтобы люди, они в конце концов проявили интерес. То есть процесс должен быть все равно поступательный, центростремительный. Если человек, как Шрила Прабхупада говорит, если человек останавливается на карма-йоге, он карма-йог. Но если человек с карма-йоги переходит на гьяна-йогу, потом на бхакти-йогу, понимаете, это процесс. Так и здесь должен быть процесс. Нельзя, не приемлю, когда начинают говорить, что это неправильная проповедь. Вопрос заключается в том, что человек, который так проповедует от имени ИСККОН, он должен быть в сознании Прабхупады. Если он делает людей потом, проявляет, что у них проявляется интерес, это совершенно нормальная вещь. Это совершенно, это значит учитывать время, место, обстоятельства. Но может возникнуть такой момент, что человек просто привлекает к себе последователей. Открывает не храм, а офис. Это очень важный момент. Вот, например, смотрите, если мы слишком стремимся строить храмы, самый большой храм – это община преданных, это семья преданных, вот он храм. Это самое важное. Потом такая община, она построит все, что угодно. Но если мы спешим построить храм, то, может быть, мы спешим его построить для того, чтобы просто наполнить, сделать себе офис и наполнить его своими последователями. Понимаете? То есть не в этом смысл. Раньше, допустим, когда была общинная жизнь, общество строило церковь. Они чувствовали в этом необходимость, они собирались и строили то место, куда они могут прийти, забыть о каких-то делах и все. Но должна быть община, это нужно делать миром, потому что храм, Богу нужен храм в нашем сердце. Помните эту историю о Вайшнаве Лотабаба? В Вриндаване есть храм, немногие туда ходят, очень красивый старый храм. Как один богатый человек, он строил храм, да Кришна к нему пришел и говорит, ну ты еще не построил мне настоящий храм. Все это храм хорошо, но настоящий ты не построил. Я уже нищий, у меня ничего нет, я уже старик, нищий. Когда Кришна ему объяснил, ты не построил храм в своем сердце. Да это важно. Если даже мы не можем построить храм по той или иной причине, зависти много кругом. Даже если мы что-то построим, у нас отберут. Может быть, понимаете, какие-то проекты, они могут вдруг оказаться неактуальны. Мы попытались, неактуально. То есть очень много препятствий. А слишком много препятствий, Рупа Госвами говорит, это препятствия. То есть одна программа, которую нам никто не может препятствовать. Это создание семьи, духовной семьи. Это самое основное. Когда милость Прабхупады будет доходить до каждого, когда отношения будут правильные создаваться, то все остальное, оно уже Кришна будет чувствовать, если вы помните. В Шримад Бхагаватам описывается история про Чету. Они вместе совершали аскез в благодарении Господа. И Господь стал настолько недоволен, что любое ваше желание исполнится. Так что сначала мы слушаем для того, чтобы научиться просто слушать, не опираясь на скверненные чувства. Но потом наши чувства, когда очищаются, мы начинаем искать. Как пчела на один цветок облетает, и непонятно по какой причине. По одной ей ведомой причине. И садится на другой. И с другой стороны, вдруг на тот цветок, на который она не села, садится какая-то другая пчела. Это нельзя имитировать, нельзя спекулировать, но это нормальные вещи. Они могут происходить. Единство и разнообразие. Если мы все попытаемся
одному знаменателю привести, мы убьем вкус. Духовная жизнь. Здесь Шрила Прабхупада интересно говорит про, я не знаю, найду комментарий. Если человек является, ну, помните, да, вот этот момент, что Прабхупада говорит, даже если он является членом религиозной организации, то он член религиозной организации на второй план ставит. Сначала он говорит, по-моему, если человек занимается преданным служением, так как какое-то различие все равно будет. Другое дело, что есть такие личности, как саньяси, допустим. Мы просто выражаем респект. Мы приходим, мы выражаем респект. Даже если это тоже нужно. Может быть, не так нас сильно удушевляет. Мы приходим, мы выражаем почтение. Я, например, иногда просто захожу, чтобы выразить почтение обществу преданным, божествам, какое-то время послушаю. А что значит истинный преданный человек? Может быть, тот, кто представляет Прабхупаду. Но вы должны это чувствовать, поэтому читайте книги Прабхупады. Ваши? Кем предлагается? Я-то. Кто? Я вам предлагал? Я вам ничего не предлагал. Или я уже не в ятре? Кажется так. Сейчас каждый предлагает. Каждый предлагает. Вы поймите, общество дает вам возможность выбора. Общество говорит, вот это у нас инициирующий гуру. Но когда-то Госвами Махарадж, Чайтанья Чандра Чарапрабху, не были в этих смыслах. И просто нашелся человек, который пришел и сказал, я хочу принять прибежище. Потом второй, третий, четвертый. Я знаю, как это происходило в случае Чайтанья Чандра Чарапрабху. Например, все на моих глазах было. И он сказал, ну, я спрошу у своего духовного учителя. Он пришел к Джайпадаке Махараджу и сказал, что вот многие преданные, они просят прибежище, что вы скажете. Он сказал, а ты хочешь? Если это доставит вам удовольствие, то я это приму. И тогда он сказал, я не против, что скажет GBC. GBC неоднократно, кто такой Чайтанья Чандра? В GBC сидят такие люди, там Россия какая-то. Госвами Махараджа все, конечно, хорошо знают. Потому что он там в GBC, Чайтанья Чандра такой самородок. Но все равно, когда уже они увидели, что столько людей нуждается, они пошли. Чтобы... У нас, по-моему, в Исконе, он мне сам говорил, где-то порядка, не больше 10 гуру и хаст, ученики Прабхупады. Я говорю, весь Искон хорошо знает. Вы представьте, что это за личность. Нет, Кришна просто он стучится из сердца такого преданного и как это заставляет? Может, вас заставляет духовной жизнью жить? Ну, конечно, трибуны материальной природы. Да. Нет, почему я-то? Наставник имеет в виду. Наставника вы имеете в виду? А при чем тут Шикша? А, ну, вы сказали бы наставничество, а то так громко я даже как-то испугался.
сердце не лежит, видите, в начале сердца оно может по разным причинам лежать. У кого-то нос, у кого-то черт. Нет. Если вот чисто на основе здравого смысла, если, допустим, вы не находите человека, которому могли бы там довериться, то есть примите, так как это процесс, который в организации работает, вы же хотите принять семью, в этой семье вот так и работает эта система. Поэтому найдите наиболее безопасную кандидатуру, которая не будет вас там раздражать или возбуждать как-то. Просто примите человека покладистого, который просто честно будет делать свое дело, который не будет вам сильно вредить или навязывать свои шикши, потому что, как правило, шикши не навязываются. Те, кто действительно обладает какой-то реализацией, они, если помните, там, в случае с Госвами, Вриндавана, они наоборот там убегали, там, к ним приходили, у них учеников один-два ученика. Потому что нет гуру Абхима, нет желания стать гуру, нет желания быть учеником. Если человек очень заинтересован в том, чтобы у него были какие-то последователи. Ну, как знаете, на этих сайтах вот везде там друзей набирают. И некоторые хотят фотографии хорошие выкладывать, а некоторые просто побольше друзей. Так и здесь тоже. Или вы хотите действительно помочь, или вы хотите, чтобы у вас было побольше подопечных, чтобы везде уже с вами считались. Найдите наиболее бескорыстного человека. То есть на нашем уровне, вы поймите, на нашем вот уровне, как вы говорите, там инициации еще впереди, ну, вот в таких вот тонкостях, о которых я сказал, необходимости-то и нет. Это просто я говорю о том, что в будущем, уже когда чувство и сознание будут наиболее очищены, вы уже будете индивидуальность подбирать не на основе личного эго, а на основе пользы, понимаете? А сейчас-то можно как раз немножко, может быть, ложное эго поприжать. Что мне не нравится, ну хорошо, но я все равно приму смиренную позицию. Просто есть же нормальные люди, не все же подвержены каким-то вот этим гуру Абхиманам. Но неужели нельзя найти просто честного, нормального преданного, который не будет вас все время торкать там куда-то, шлепки вам говорить, давай, там не так, это не то. Ты меня слушаешь. Который при случае просто будет помогать вам. Если вам что-то непонятно. А еще лучше, если он настолько квалифицирован, что это сделает так, как будто вы сами этого захотели. Это вообще лучший пилотаж. Я просто не знаю, система кураторства, она ведь тоже на разной основе. Ее нельзя просто перенести там, из Чхупати сюда. Чхупати они выстроили и родили эту систему. А мы думаем, что можно просто копию сделать и все. Вы поймите, мы должны родить. Может быть, это будет двойник, но мы должны родить. Мы не можем просто клише вот раз. Назначить столько-то президентов. Вот я почему говорю, просто я не знаю, как сейчас, а раньше там все это так копировалось, там, сколько там Чхупати приезжали, говорили. Вот. Но цель-то как раз подбудить собственные сердца. Какая форма будет? Такая или сякая, столько президентов или столько президентов. Нет, это же суть. Поэтому я не знаю, как сейчас система кураторов, по какому принципу она работает. Да, будьте. Мы во сколько должны закончить? Вечный пастор. Нет, вы скажите, если что, я могу еще до 9, там, допустим, но в том плане, что если вам неудобно и вы как бы стесняетесь уйти, то пожалуйста. Это интересно то, о чем мы говорили, когда актуально. Я, конечно, извиняюсь, что я как бы с мощью не могу сегодня сказать, такая слабость.
Поэтому я призываю Кришну, чтобы он как бы мощно проявился в ваших сердцах, что я сам такой, как кисель. Но вещи вроде бы такие, о которых есть смысл задуматься. Я хочу сказать, что образование духовное, конечно, нужно. Иначе мы не сможем просто закрепить свой ум и разум на Кришне, на процессе преданного служения. Но мы с вами завтра будем очень подробно. У меня реальные вещи. Вот. Это сегодня немножко так больше как бы такой лирики. Завтра будут очень конкретные вещи. Вот. Но дело в том, что надо учитывать природу людей. Нельзя людей кормить одним сладким. Как в свое время вот Шиварам Махарадж, когда он написал первую книгу, первая Напараяха, да? Книга была. Венугита первая. И был семинар Дивноморский. И Ниранджан с вами присутствовал, тоже слушал с преданными. И спросили, то есть, какова должна быть доза чистой Кришна-катхи. То есть не просто как бы наставление Кришны, а чистое Кришна Катхи. И все зависит от уровня чистоты. То есть одни могут есть одни конфеты и не будут болеть, а другие, если поедят чуть больше сладкого, у них там сахарный диабет и так далее. Поэтому то же самое с образованием. Люди одной природы, они могут очень глубоко и систематизированно изучать Писание. Но других людей не надо заставлять это делать. Они должны делать то, что как бы по силам их вот эта психофизическая природа, то, что она воспринимает. Знание должно приносить радость, просветлять, а не подавлять. О, это мне непонятно. Это ни к чему. В свое время Шрила Прабхупада был один преданный, вот. И на него жаловались. Он такой работяга, но простак. Он как бы психологическое труд такого простака. Вроде что-то сделать, там помыть, так, вот, как-то там убраться. Вот. И Шрила Прабхупада всем... А, это, нет, у Прабхупады это с Джайанандой. Это у Харикеши Свами было... в Швеции, на ферме. Альми, да? Ферма Альми. И там был один такой преданный, он даже был немножко больной. И никто не давал ему брахманические инициации. То есть все уже брахманами ходили, а ему не давали посвящения. И была как-то инициация, Кришна Махарадж говорит, а почему его нет? А говорит, ну, Гуру Махарадж, ну как? Кто он такой? Какая брахманская инициация? И он сказал, я хочу, чтобы он сидел здесь. Потому что брахман, говорит, не тот, кто с гордым видом ходит, с намотанным шнуром, а тот, кто служит Кришне постоянно. Он все постоянно. То есть это не обязательно, что даже люди со второй инициацией должны очень глубоко, с брахманической природой. В обществе преданных вторая инициация не означает просто как бы брахман, а человек, который посвященный в служение божества. А это могут делать все, потому что это одна из анг преданного служения, поклонения божествам. Могут делать и шудры, и вайшри, и все, если они должным образом инициированы истинно духовным учителем. Но они могут быть невосприимчивы так сильно к изучению Писания. Поэтому здесь искренние преданные должны смотреть, кому какая доза, и не насиловать людей там, в обязаловке в какой-то и так далее. Все очень индивидуально. Это будет так вот. Да, пожалуйста. В начале лекции вы сказали, что в принципе у Искона сильная голова, но остальное тело не особо развито. Вот как, по вашему мнению, это будет ли развиваться? Или и Варнашрама, она будет как-то
здесь восстанавливаться? Ну, дело в том, что мое видение это ничего ровным счетом не значит. Это просто жизненная необходимость. То есть мы сейчас очень сильно уважаем людей с гармонической природой. Поэтому у нас не хватает хороших организаторов, людей, которые хорошо умеют зарабатывать деньги, и просто людей, которые могут быть исполнительными, уважительными, на которых, в общем-то, все будет держаться, все дела, что-то нужно сделать. Просто жизненная необходимость меняться. Естественно, если у нас присутствует ген самосохранения в нашей организации, то это будет происходить. Об этом будут думать, что-то будет происходить в этом направлении. Нормально? Так, что я думаю? Я могу все, что угодно. Все. Спасибо, если вопросов больше нет или каких-то мнений. Тогда до завтра. Спасибо, Хари Кришна, Шрила Прабхупада. Спасибо.